Добрый день, друзья, подписчики канала. Гриша из Австралии с очередным видео, где все ведется без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Сегодня хочу поговорить о долголетии. И нельзя начать эту тему без объяснения, что такое долголетие. Многие, когда слышат долголетие, приходит сразу в голову мысль о том, что это как жить дольше. Это неверно. Долголетие не о том, как жить дольше, а о том, как жить дольше без болезней, которые причиняют нам боль, страдания и вообще без болезней. Почему я затронул эту тему? Потому что последние 2 месяца я читал очень много литературы, которые были посвящены долголетию, и дело не в том, что я читал, а дело в том, что было очень много статистики, информации за последние 200 лет, какие изменения произошли в нашей жизни и как это повлияло на долголетие. И давайте начнем сначала и обратим внимание на мифы, когда люди говорят, посмотри, да, допустим, 200-300 лет назад, средний уровень жизни был 40, 50, 60 лет. Сейчас люди живут, по-моему, долголетие женщины и мужчины. По-моему, мужчины 74, женщины 78 лет. Я уже не помню. И это интересная статистика, если знать, как статистика ведется. Как статистика ведется? Она ведется, берется семья. И обращается внимание, сколько у них родилось детей или не родилось, смерть при рождении. И какое количество времени, какое количество лет эта семья прожила. К примеру, допустим, если семья 2 человека без детей, оба родителя жили до 100 лет, их долголетие 100 лет. Если взять семью, где, допустим, 2 родителя и... скажем, 3-4 ребенка, 2 ребенка, допустим, погибло при рождении, 1 дожил до 5 лет и погиб по какой-то причине, сразу долголетие этой семьи падает до 40-50 лет, как семья. Почему я привожу этот пример? Потому что статистически большинство детей не доживало до, как мы называем, университетского возраста. Очень много детей погибало до 5 лет от заболеваний, от травм. Проблемы были с рождением, потому что не было гигиены такой, которая сейчас, и тому подобное. Люди, которые смогли пережить детство и юношество, они жили в основном долгую жизнь. От чего умирали люди в основном? Они умирали от травм. Травмы на работе, травмы при добыче пищи и т.д. и т.п. Поэтому статистику долголетия, если не смотреть на цифры, можно сидеть, знаете, как мы сидим за столом, обсуждаем, люди же не жили больше 40-50 лет. Это неправда. Люди жили, и те, которые не погибали от травм, долго. Люди жили более-менее счастливо. И люди жили без тех болезней, с которыми почти весь мир сейчас борется. Большинство болезней, которые мы сейчас знаем, это, допустим, инфаркты, инсульты, зашокирование артерий. И тому подобное, очень много проблемы с мозгом и тому подобное, очень много реакций на продукты, на среду, как астмы и всякое такое. Этих проблем не было раньше. И ученые, которые начали вести статистику, первое, что заметили, это то, что, скажем так, люди передвигались больше.
И подумали, может быть, это является причиной долголетия, что мы сейчас сидим за офисными столами, сидим в транспорте, сидим в машинах, сидим перед телевизором. И да, это повлияло на долголетие, но не сильно. И начали копать дальше. Была теория в середине 70-х, что жир и жирная пища повлияло на долголетие. И начали вести эту статистику. И номера были довольно-таки подходящие по теории. Паркуем это в сторону, идем дальше. Проблема с сахаром и пищей, которая базируется на сахарном сиропе и всякое такое. Эта теория не была проверена до, я думаю, 80-х, 90-х годов. И сейчас все очень сильно как бы обращают внимание на количество сахара, на количестве переработанных продуктов и всякое такое. Это еще одна теория. То есть у нас есть жир, у нас есть сахаропереработанные продукты. Дальше химикаты и токсины, которые находятся вокруг нас. То есть все, что сделано вокруг нас, обрабатывается какими-то химикатами, и у нас к этому есть как бы через кожу, через все передается к нам. Это тоже теория. И также начали обращать внимание на питание. Питание в целом, как мы питаемся. И вот именно эта тема, с нее я хочу начать. Почему? Потому что если посмотреть, допустим, 100, 200, 300 лет назад, у людей не было такого понятия, как три раза кушать в день. Не было такого понятия, я голоден, мне нужно чем-то закусить. Люди занимались тем, чем они занимались, и кушали тогда, когда была еда. Сейчас в современном мире мы это называем пост. А из-за того, что у нас нездоровая система переработки пищи, люди испытывают симптомы голодания. И люди, которые не знают, что такое пост, пост стороны, в смысле не религиозный пост, а пост как не есть пищу. Люди, которые испытывают голодание во время поста, они считают, что это голод. Это не голод, ребята, это результат того, что произошло за последние 100 лет. Мы не добываем еду. Нам хочется, мы потянулись, достали закуску, достали еду, приготовили. Еда везде. Человеческий организм не может так быстро поменяться. Тысячелетиями мы были запрограммированы кушать тогда, когда у нас есть возможность. У нас не было понятия калорий. Сразу говорю, если вы хотите быть здоровы, перестаньте обращать внимание на калории. Заметьте, чем вы питаетесь, сколько вы питаетесь и сколько у вас есть чувство голода. Если правильно питаться, чувство голода фактически не должно присутствовать. Особенно 2-3 часа после пищи. Если оно у вас присутствует, значит вы либо дошли до того момента, когда у вас организм уже не здоров, либо пища, которую вы употребляете, в ней нет фактически никаких витаминов и минералов, и ваша система понимает, что в тот момент, когда вы получили энергию, не хватает витаминов и минералов, чтобы обеспечить внутренние органы и органы жизни. Опять-таки, в тот момент, когда это сильно влияет на долголетие, ученые заметили, что это не является причиной долголетия. Это влияет, то есть люди начинают, допустим, если неправильно питаться, допустим, к 60-70 годам испытывать многочисленные болезни, я не буду их перечислять, но это не было самой причиной. Дальше давайте обратим внимание на сахар и употребление сладкого. Многие считают, что сахар является причиной диабета, многие считают, что сахар является причиной неправильного питания. И то, и другое верно, но не в той степени,
в которой люди это понимают. Дело в том, что сахар, как и многие переработанные продукты, не носит в себе, не вносит в себя никаких минералов и витаминов. То есть, когда вы употребляете сахар или чистую фруктозу, вы не даете организму ни витаминов, ни минералов. И получается так, что организм берет энергию, ничего с нее не может взять, и говорит, давайте сохраним это на потом. И просто приводит к ожирению. И ожирение потом является причиной других болезней, но опять-таки, как еда, сахар и фруктоз не сильно влияют на долголетие. Статистика заметила, что самое большое влияние на долголетие произошло тогда, когда мы перестали употреблять животные жиры и перешли на употребление так называемых жиров из семечек и всего остального. То есть все эти канолы, все эти подсолнечные масла, все, что не застывает, когда температура опускается ниже 20 градусов, этот жир вреден. Скажем так, все жиры, которые не животные, они вредны. И что ученые, когда они начали обращать внимание, что происходит, когда человек употребляет этот жир, когда человек употребляет животный жир, этот жир перерабатывается, это очень много микроэлементов, очень много вещей, которые организму нужно, и употребляется это как для энергии, если организм работает правильно. Все жиры или масла, которые человек придумал сам и делает это химическим путем, все эти масла, на которых в основном люди готовят, включая оливковое масло, которое я затрону немножко позже, они вредны, во-первых, потому что организм не знает, как их перерабатывать, они химически сделаны. То есть ученые посчитали, что среднестатистическое масло, на котором мы готовим, задерживается в организме на 486 дней. Это по статистике. Если считать, что человек кушает несколько раз в день, употребляя это масло, то у нас организм просто забивается химикатами, с которым организм наш не может справиться. И в тот момент, когда компания американская Криско начала делать эти масла, я сказал, что из-за того, что они делаются из растений, и они самые полезные, с этого момента во всех частях мира, где это масло начало использоваться, увеличивалось ожирение. Когда я говорю ожирение, это не тот жир, который вы видите, а тот жир, который вокруг ваших органов, печень, почки, желудок. Очень много людей, которые визуально не полные, но если сделать сканирование жировой прослойки, то органы просто плавают в жиру, и они не могут работать, когда они плавают в жиру. И это является самой большой причиной смертей в современном мире. Что вы можете сделать по этому поводу? Первое, обратите внимание, где эти масла используются. Если вы используете коммерческие продукты, не готовите сами, все коммерческие продукты используют эти масла. Сой, канола, гранола, оливковое масло, масло, не знаю, все масла, которые жидкие при комнатной температуре, они сделаны человеком, они вредные. Жир должен застывать. Получается так, что почти все продукты, которые сделаны на прилавке, которые готовы к еде, особенно сладенькое, всякое такое, все делается на этом жиру. Если вы питаетесь этим, у вас фактически нет шансов быть здоровым. Нужно есть продукты, где вы можете посмотреть на продукт и сказать конкретно, из чего он сделан и где это растет или как это выращивается, как, допустим, как животное. Если вы готовите сами, у вас есть возможность не использовать фруктовый сироп, не использовать сахар и не использовать все эти жидкие масла. На чем лучше готовить? Если ничего нету из того, что я перечислил, более дорогого,
готовить на масле самое лучшее. Дальше, готовить на топленом масле лучше всего. Готовить на жару на свином, на говяжьем и на бараньем. Просто супер. Все остальные жиры, я не буду говорить все, а все текущие жиры нехорошие. Давайте поговорим об оливковом масле. Очень многие говорят о пользе оливкового масла. И так оно и есть. Оливковое масло очень полезно. Но оно очень чувствительно. Оно очень чувствительно к температуре. Оно очень чувствительно к свету. И оно очень чувствительно к взаимодействию с кислородом. Это все его уничтожает. Из-за того, что оно очень чувствительное, также его тяжело делать, многие компании стали разбавлять оливковое масло другими маслами. Если честно, на том уровне, на котором многие из нас идут в магазин и покупают оливковое масло, тяжело знать, что в этой бутылке или банке. Было произведено несколько исследований, где ученые пошли в магазин и купили несколько разных, из нескольких разных стран оливковых масел с прилавка. Фактически ни одно из них не было чистым оливковым маслом. В тот момент, когда вы тратите много денег, чтобы купить оливковое масло, а в нем другие масла, я советую просто не тратить на это деньги. У вас есть масло, топленое масло, животные жиры. Также хочу коснуться более дорогих текущих масел, которые тоже неплохие, но опять-таки в чистом виде их очень тяжело достать, и фактически никого из нас на коммерческом уровне нет этой возможности. Это масло авокадо, которое, в принципе, можно увидеть на прилавке, но, опять-таки, нет чистого масла авокадо, поэтому не тратьте свои деньги туда. И также все ореховые масла. Они не полезны. Таким образом, обращаю внимание на как увеличить ваше долголетие. Первое. Кушайте не 3 раза в день, не 4 раза в день, не 5 раз в день. Кушайте только тогда, когда вы голодны. Кушайте пищу, которая вам приносит удовольствие, а также содержит минералы и витамины. Если ваша пища этого не содержит, вы будете голодны буквально через 2-3 часа, и вам опять нужно будет кушать. Если вы употребляете правильную, сытную пищу, в которой много витаминов и минералов, голод приходит буквально через 8-10 часов. К этому нужно прийти. Если вы всю свою жизнь кушали вещи с прилавка, которые были приготовлены на плохих маслах, которые был сахар, которые был фруктоза, вы не можете перейти сразу на «вот я покушал хорошую пищу, и я не должен быть голоден через 10 часов». Так это не работает. Дайте себе немножко времени приспособиться к новому питанию. Скажем так, если вы кушали каждые 3-4 часа, начинайте кушать более правильную пищу. И вы увидите, что вы не голодны через 3-4 часа. Не нужно кушать через это время. Кушайте, когда вы голодны. Не обращайте внимания на калории. Не кушайте на ночь. Самая большая порция у вас должна быть на завтрак. Средняя на обед. И самая маленькая на ужин. Желательно, чтобы вообще не было ужина. Потому что, если так подумать, вы кушаете, вам через 20 часа нужно идти спать. Почему бы не пойти спать на голодный желудок и не дать своему организму восстановиться? Потому что если вы кушаете и идете спать, то организм не может восстановиться, ему нужно переварить пищу, чтобы она там не забродила. Одним словом, это немножко долгое видео. Я очень надеюсь, что многие обратят внимание, если вам хочется долголетия, а долголетие — это сколько вы живете в здоровье, какое количество времени, вам нужно начинать обращать внимание на ваш стиль жизни, на ваше питание и чем вы питаетесь в частности. Смотрите на еду. Если вы не можете назвать, что находится в вашей еде и ничего нету там полезного для вас, перестаньте это кушать. Есть такое понятие
съедобные продукты. Если что-то съедобно, это не означает, что ваш организм может это переработать, и это ему нужно. Позаботьтесь о себе, делитесь этим видео с близкими, с родными, с людьми, которые вам важны. Я очень надеюсь, что это видео вам помогло стать более здоровым, более счастливым, более, не знаю, скажем так, здоровым человеком. Спасибо большое за просмотр. Гриша из Брисбена, Австралия. До следующих видео.